наложение. Значит, согни, пожалуйста, ножки в коленках. Парафинозакеритовая аппликация – это производная нефтепереработка. Аппликация накладывается как на полностью на стопу, чтобы была покрыта полностью вся ножка. Смотрим, чтобы доставали и пяточки, и носочки. Укладываем, чтобы все было покрыто парафинозакеритом. Это парафин и производная закерита. Температура 45 градусов. На 20 минут накладывается парафинчик. Больного укутываем. Находится он в тепле, в комфорте. Удобно тебе, зайка. Хорошо. Девочка, довольна. Тепло ей, комфортно. 20 минут длится процедура. После чего парафин потом снимается. Специально для этого у нас есть термостаты, где он потом кипятится, потом опять используется путем нагревания. То есть это же парафин? Это же парафин, да, используется, кипятится после метода кипячения, он обеззараживается этим и потом повторно используется последующий. Скажите, пожалуйста, сколько нужно процедур пройти? Стандартную путевку 12 дней. Если путевка 12 дней, то желательно пройти от 5 до 7 процедур. Ну, а если 24 дня путевочка, то 12 процедур. 10-12. А на какие зоны чаще всего вот у вас отдыхающие? Ну, это индивидуально по заболеваниям, зоны абсолютно разные. Низ живота, поясница. После травм каких-то суставов, значит, и после операционной швы тоже накладывается парафин. Это, ну, также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта на эпигастрии накладывается парафин. Ну, деткам со сколиозами на межлопаточную область накладывается, на мышечную. Так, что еще? Ну и колени, голеностопы. Это самое распространенное. Пожилые люди с заболеваниями артроза, артриты, как бы вот колени, голеностопы, это самое такое часто применяемое. А вот детям с какого возраста можно аппликации накладывать? Деткам после 3 лет, ну, чаще 6 лет.